Саша, мы с тобой хоть приехали здесь, венки подняли, их ветром не смотрят, уже местные это привыкают, они же проходят. Тише, не балуйся. Тут видишь, в этом селе герой Советского Союза, уроженец Нижнего Кокуя-Балейского района. Ну, он с войны, видишь, пришел в 96-м году, только ушел. Не знаю, после войны-то только здесь он жил или не здесь. Может быть, баба, бабушка узнает, там спросит. Видишь, его выделили, что он герой Советского Союза. Но это уже недавно, скорее всего, сделали, да. Технологии уже современные, в граните делать портреты. О, Киберевых здесь много, Золотаревых, герой Советского Союза Золотарев Алексей Антонович. Сверкуновой есть. Белокрыловых много еще, Золотарев, Белокрыловых. Но у нас там Киберева и разные фамилии еще. Я нельзя. Не балуйся. Красивый здесь для села-то такой монумент относительно. Ну не маленькое, но небольшое вроде всего. Здесь вот Дом культуры, там школа, вот администрация небольшая.